Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Животные против лесорубов». Значит так, я хочу сейчас немножечко прокачать. А знаешь кого? Крокодила. Ты спросишь, почему? Ну, потому что он слабый, а мы с тобой накопили достаточное количество желудей, чтобы прокачать именно его. Или же нам все-таки с тобой копить на ячейку, а? Вот что ты мне скажешь? Вот я могу, например, потратить здесь... Сколько у него там стоит скилл? 340, ребята. Давай, наверное, потратим. Да. Это только первого уровня, друзья мои. Это только первого уровня мы ему. Так, что мы тут можем с тобой? Ага, ничего недоступно. Жаль. Так. И хотели мы с вами сделать, знаете что? Смотри, мы заходим с тобой в маркет. А у меня, наверное, не хватит. Так, вот тут вот. Еда. Это максимальный лимит еды. Первый уровень 99. Можем с тобой прокачать деревья и прокачать главную базу. Так, левел 2. 99 уровней. Офигеть. Ну что? Теперь пойдем попробуем с тобой пройти какой-нибудь уровень. Где у нас? Я, по-моему, не здесь. Хотя, давай рискнем сюда отправиться. У нас есть бонусы. Я немножко пофармил. И сейчас будем их с тобой применять. Ё-моё, блин, лучше бы мои глаза не видели, что здесь происходит. Так, берем это. И... Так, ага, крокодил есть, это есть. Кобра, кобра. Пускай, наверное, остается. Здесь, друзья мои, я возьму, наверное, палочки бамбуковые. Наверное, да? Ух. Здесь мы с тобой возьмем суператаку наших животных, чтобы жрачка выпадала офигенно, да? И вот так вот. Поехали. Это все, что, ребят, я успел нафармить. Пруд. Так, наверное, траванем их на начальном уровне, да? Так, улей, улей вам. Вот, еда выпадает, это уже хорошо, ребят. Нет, ну только тебя тут не хватало. Приземлился он мне здесь. Это плохо. Это, ребята, плохо. Травим. Давай, обезьяна, запинывайте этого хламона. Улим до кучи. Я просто хочу пройти этот уровень. И все. Коко, ты будешь там бросаться-то или нет? Все, пока хорошо, ребята. Блин, против машины, конечно, не попрешь, согласись. Один из подписчиков мне просто посоветовал. Говорит, бери Рэй, обезьян, прокачивай эти бамбуковые палочки и горе знать не будешь. Вот я и решил проверить, насколько будет эффективно. Так, давай улей бросим. Крокодила позовем. Так, я что-то не могу понять. Эй. Блин, да правильно там этот... Ёлки-палки, неужели мы не сможем с тобой, а? Неужели не хватит мощей? Я уже еду тут хапаю, как не знаю кто. Как сумасшедший просто хапаю еду. Это, по-моему, у нас последний с тобой, да? Лесорубы. Вот и посмотри, я все бонусы, считай, потратил. Все абсолютно, ребята, бонусы. Для того, чтобы пройти этот уровень. То есть все хилки и все яды. Это сложно. Но зато ни одного дерева не потеряли. Так, давай награду с тобой приумножим, верно? Главное, чтобы нормально что-нибудь выпало. Ну, хотя бы так. Ага, у нас с тобой есть ход на завод.
И вниз можно пойти. Так, тут у нас ресурсы, да, значит. Ну что, давай тогда пойдем за ресурсами, наверное, я так думаю. Сейчас посмотрим, какие здесь против нас лесорубы будут выпендриваться. Ох, елки ты, палки. Ой, гигантские лесорубы, плюс Санта-лесорубы, эльфы-лесорубы, ё-моё. Ладно, ладно, будем пытаться, друзья мои, отбиваться от этих охламонов всех. Оставляем эти же бонусы, которые у нас с тобой были. Погнали. Так, Коко, побежали, побежали быстрее. Тут, по-моему, машины нету, да? Вот этой вот, которая... Что? Это как вы так быстро-то? А ну-ка. Да господи, ну хоть кто-нибудь-то прибежит. Крокодильчик, в принципе, кусает. Давай улей бросим. Мне нужен кто? Мне нужен, ребята, машина какая-то. А, подъезжает, понял. Да. Ёлки-палки, а крокодила запинали. О, а там что еще? Какой-то этот еще пришел, ты посмотри. Стрелок ворошиловский там пришел. Видишь, вон с пистолетами, откуда он взялся-то? Эй. Офигеть. Замечательно просто, что я могу сказать. По-моему, я не смогу этот завод одолеть. Вот такое вот впечатление, ребят, складывается, что нас тут сейчас запрессует по полной программе. Обезьяны хорошо отталкивают, но именно по атаке они слабенькие. Так, это я все забираю. Давай тигра призовем. Ой-ой-ой, как же жестко, как больно. Как же беспощадно они уничтожают, а? Ты посмотри. Ты просто полюбуйся. Ты возьми палку-то, господи, не хочет, а? Куда ты бросил, Коко? Ё-моё, ну... Это только вторая волна. Сейчас, по-моему, у нас дерево лопнет. О, лопнет. Срубят. Ё-моё. Срубили. Коко, сматываемся, иначе ненароком еще подобьют. Да куда ж ты бросаешь-то? Я не понимаю вот этого вот. Зачем ты бросаешь-то позади себя? Как же они тут сильны, а? Ну ты посмотри. У крокодила суперзубы, что ли, появились, да? Я смотрю. Нет, никак не получается. Сейчас опять дерево сломают нам. Срубят. Ну ты посмотри, а? Ну ты посмотри, что вытворяют эти ироды. Опять кукот. Ну ты... Я офигею с нее. И тигр забомбили. Всех, всех, абсолютно всех, ребят, они уничтожают. Нам бы с тобой пережить. Последняя волна сейчас будет все-таки. Этот со своими фейерверками достал там. Очень много нужно, как тебе сказать, желудей для того, чтобы прокачать нам с тобой хотя бы ту же самую добычу еды, да, максимальное ее количество. Но все-таки самое основное, я думаю, что надо открывать ячейки. Не хватает там с тобой вот одного животного еще и все здесь, хоть ты тресни. А оно бы здесь очень хорошо зашло. И ты посмотри, как плотно они тут стоят. Просто. Срубили. Так, Коко, убегаем, убегаем, а то забомбят. Давай крокодила вызовем. Thank you.
Кокот, ты развернись. Ну куда? Я в шоке с этой макаки. Куда она постоянно кидает свои эти. Палку бамбуковую надо, наверное, прокачать. Если мы хотим нормально, чтобы она атаковала. Два крокодила бьют охотника. Долго, конечно, они его кусали. Но это дерево мы с тобой спасем. Это дерево они у нас не отнимут. Верно, друзья? Я пойду гляну, сколько там еще деревьев у нас с тобой. Слушай, ну в принципе три дерева. То есть, наверное, одна звездочка все-таки у нас будет. Но здесь хорошо не было десантуры. Ты понимаешь, да, какой десантуры? Тех самых, которые на парашютах спускаются. Так, теперь бомбим машину. Крокодилы даже машину кусают теперь. Смотри-ка, а раньше не кусали. А раньше машина и не атаковала. Вот оно что. Смотри, какая мощная тачка, ее фиг пробьешь. Ты видишь? Да. То есть она тоже, я так понимаю, наносит повреждения дереву, да? Наносит еще какие повреждения, ребят? Я офигею, крокодил кусает, кусает и... Ха, обалдеть, ты посмотри, какая машина, а, крепкая. Просто как босс какой-то. Да. Я в шоке немножко, ребята. Ну ладно, сейчас добьем. Сейчас мы ее с тобой уничтожим. Вон там крокодилы кусают, еще не забывай. Да сколько же тебя бомбить-то надо, а? Все. С горем пополам, а? Надо же, одну машинку мы... Ой, машинку. Одно деревце мы все-таки спасли с тобой. Оу. И что? Ха-ха. Друзья мои, а мы уничтожили этот ядерный завод и получаем три хилочки. Так, заводик мы с тобой бабахнули. Но тут еще один заводик есть. И тут этих заводиков по территории просто миллионы. Посмотри. Да-да, эти заводы, я так понимаю, мне все нужно уничтожить. Акулы уже какие-то. А тут вообще сотни тысяч этих. Все, вот, ребят, конец карты. Ты можешь себе представить, чтобы пройти эту всю игру, сколько нужно лет ухоркать прокачки, фарма и так далее. Это я сейчас только на самом начале нахожусь. Это, конечно, люто. Да, ребята. Ну что, зайдем в маркет, прокачаем, наверное. Что тут можно прокачать? Прокачаем, наверное, добычу еды или что? Или. А вот это что дает нам? А, здоровье базы, да? А это. Подожди, левел 1. А, лимит еды максимальный. Тут, наверное, лучше все-таки скорость. Скорость еды, ребят. Потому что от нее тоже очень много чего зависит. То есть, чем быстрее у нас скорость еды накапливается, тем быстрее мы с тобой можем вызывать животных наших. Так, вот здесь мы с тобой, да, не закончили? Вот сюда вот нам нужно пойти. А, по-моему, мы здесь даже и пройти не смогли. Нас тут такой расколбас ждал. Я не могу понять, почему я не могу забрать ежедневный приз свой. Ладно, давай глянем. Тут у нас тоже с тобой ресурсы. Ага. Вот здесь, да, кто?
Ну что, оставляем с тобой все как есть. Ой, бонусы те же самые, да? Надо будет на выживание поиграть, ребят. Вот там как раз выбиваешь эти перчики, песочные часы. Все это именно там идет. Угу, угу, бегут они тут. Так, у нас с тобой что? Блин, крокодил, ну куда ты побежал, а? Ну куда ты побежал, ну крокодил? Так, тигр, давай, вручай. Макаки с палками, да? Так, главное еда. Надо крокодила вызвать. Ну-ка. Одного-то мало крокодила нам. Нам нужно двух. Вон они сзади. Крокодилов сзади бомбят, понимаешь? Так, а этот пока спит. Водитель. Проснулся. Разбудили лихо одноглазые, а? Опять спит. Пускай он лучше спит, не трогайте вы его. Ну разве мои животные послушаются меня? Нет, конечно. Так. Слушай, ну здесь мы с тобой как-то плотненько их держим, посмотри. Вообще плотненько, даже ничего не даем им сделать. Все, все-таки пробились, да? Все-таки пробились. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Как бы и крокодилы нам помогают, все как бы норм. Так. А надо посмотреть, сколько мы с собой листочков-то накопили. Нам, может быть, прокачаться уже можно. Эх, крокодила забыл позвать. Чтобы он их там сзади кусал. Так, все забираем. И последний, да, это у нас есть контакт, ребят. Остается машина. Остается машина у нас только лишь, и все. Но здесь мы ее быстро запинали. Отлично. Фу, ни одно дерево у нас тут не срубили. Прекрасный результат, да? Так, теперь будем смотреть. Ага, часы. Так, здесь хотелось бы, наверное, часики, да, получить. Опа. Так, 4 песочных часиков мы с тобой получаем. Так, хорошо. Здесь довольно неплохо мы с тобой отбились. Вот что дальше будет. У нас бонусы с тобой закончились там, по-моему, да? 199 листочков. Я могу что-нибудь улучшить? Давай посмотрим, крокодильчик, например. Могу. А тигра? Почему-то нет. Могу змею улучшить. Могу улучшить коко. Давай, наверное, крокодилов. Макак этих наших улучшим. Подожди, 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 что такое? Нет, я хотел улучшить наших макак вот этих вот. Вот так вот. Все, замечательно. Ну что, двигаемся сюда. Бонусов нету, да? И вот это вот плохо. Кто-нибудь здесь... Ёлки-ты-палки, смотри, стрелки. Может быть, вместо тигра взять... Не знаю. Может, панду попробовать? Давай попробуем разочек пандочкой сыграть. Так, у нас с тобой... Нету бургеров. Выпадать бургеры не будут, к сожалению. Начнем с панды. Панда, если будет у нас, ребята, под хилом стоять, то, в принципе,
Должно быть нормуль. Давай, улей, бросай. Как же она медленно идет. Как же она медленно идет, ребята. Панда, а что ты это... Не подвигаешься-то. Хильнем. А, крокодила надо, крокодила позвать. Ну! Хиляем. Ой, хилы все потратил, друзья мои. Бедный там крокодил, ты посмотри. Его просто разобрали. Его разобрали, даже имя не спросили. Еще одного вызовем тогда. Змею. А что, панду? Панду забомбили, ребята. Вот оно что. Давай призовем еще разок, попробуем. Может, успеет подойти наша пандочка. Так, еды, еды маловато. Ай-яй-яй, сейчас промнут. Сейчас нас тут с тобой промнут. Так, панда пришла. Давай, давай, крокодил, ты что делаешь? Ну, делает, в принципе, делает, он кусает. Все. Блин, ну панду уж больно быстро тут разбирает, ну согласись. Ну, это никуда не годится. Так. Фиговые подрывники пришли, давай их кусать. Подрывники нам здесь не нужны. Так, смотри, мы потихоньку как-то назад отталкиваем. И это хорошо, и змея в этот момент еще травит. Вообще четенько все, да? Крокодила надо еще, наверное, одного. Мало. Слишком мало у нас вот атаки, которые проходят сзади. Так. Ой-ой-ой. Крокодильчики, атакуйте, родные мои. Так, а это последние воины. Ребята, это последние эти охламоны. Вот эти стрелки, конечно, да, нервируют. Но то, что мы с тобой отталкиваем вот этих лесорубов с помощью бамбуковых палочек, вот это круто. Это круто на самом деле. И спасибо человечку, который посоветовал мне такую тактику. А Илья Иллинойс посоветовал тактику через панду с этим, как его? Ставить панду и попробовать оленя. Вот такую он попробовал испробовать тактику. Так, ребята, три деревца спасли мы с тобой. Так, награды какие у нас тут? Давай посмотрим, что нам достанется. Неплохо. Итого два арбуза, два хила, да, у нас с тобой. Так, нас куда-то дальше отправляет. Нас куда-то с тобой отправляет дальше. Слушай, может быть, давай попробуем разочек сыграть. А вот это вот что такое? А, это если продержимся 20 минут, то нам откроется, да? А тут 50% выпадание дропа. На 20 минут это, конечно, тяжело. Давай попробуем, сколько сможем, ребят, простоять здесь. Естественно, нас будут здесь давить со всех сторон, со всех щелей. По максималке будет продавливаться. Но зато мы здесь можем набрать с собой листочки, часики и всякое-всякое. Тут, короче, практически все против нас. Давай, наверное, панду берем и поставим с тобой кого? Тигра? Ну, давай попробуем. И оставим все как есть. Блин. Эх, еда бы, конечно, была бы здесь очень кстати, ребят. Ха-ха. Правильно, за задницу кусай. Нечего подходить к нам.
Это режим выживания, ребята. Можно сказать, он бесконечный. Просто, ну, 20 минут продержаться, мне кажется, это невозможно здесь так. О, зато листочки выпадают и прочее, прочее, прочее. Машина, ну конечно же машина нас будет с тобой отталкивать. Вначале их мало здесь, а потом, скажем, разом все больше, больше и больше будет. Ку-ку, а ты че мне слезла-то, господи, мне тут... Ага, вот. Ку-ку, ты не туда стреляешь. Двадцать минут продержаться. Так, листочки, да? Ну-ка, улей. Там стрелки, что ли, вышли уже? А, с динамитом. Давай, крокодильчики, выходите. Все хилочки потратил, все, друзья мои, все абсолютно. Все два арбуза, которые заработал, все слил. Крокодил еще жив. Как ни странно. Так, сейчас 2 минуты будет и начнется тут волна. А что, крокодила убили, да? Крокодила, видимо, уничтожили уже. Надо нового призывать. Ой-ой-ой, бедная змея. Сейчас я... А, тут подкрепление идет. Давай-давай, ребята, палочками их, правильно. Крокодил кусает? Кусает. Но он какой-то тут живучий этот. Охотник? Давай, наверное, 2 крокодилов позовем. Чтобы быстрее с ними тут справляться. Так. А была бы у меня дополнительная бы еда, мы бы здесь могли бы уже армию некислую с тобой поставить, да? Но вот это вот бесит. Это вот бесит. О-хо-хо-хо-хо-хо. Пришла машина лесорубная. Это плохо. Она очень сильно дамажит, ребята. Против нее мне... не устоять. А что это с обезьяной случилось, ребят? Смотрите. Эй, обезьянка, что с тобой? Непонятно, что с ней на самом деле. Что-то глюкануло. К сожалению, наша обезьяночка. А кто замораживает? Ты видел заморозка иногда? Вот, видишь? Кто-то может морозить. Непонятно пока кто. А, это, наверное, медик, скорее всего, лечит, типа, да? Давай-давай-давай-давай, отбиваемся-отбиваемся. Я тебе скажу, пока очень даже неплохо мы с тобой держимся здесь. Очень неплохо. Так, крокодила надо вызывать. Давай-давай-давай, вот бомбите этого, который вон с динамитом стоит. Нам нужно его уничтожить. Ну, слушай, макак нужно прокачивать, ребята. И тогда будет нам... Счастье, неужели... О, часики выпали нам. И тогда будет нам здесь с тобой счастье. То есть макаки с палками, с бамбуками. Действительно имба. Вот то, что, блин, крокодилов мы их запинали, вот это не имба, нифига. Так, крокодил, выходи. Кусай там их. Почаще да похлеще. Так, еда, доп. Так, еще одного крокодила вызываю. Да ты не атакуй машину, крокодил. Ну хотя машину тоже надо атаковать, конечно же. Давай улей сбросим. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нас прижимают, ребята, нас прижимают. Сейчас, по-моему, дерево срубят. Крокодилы, конечно, там бомбят, но они бомбят в основном машину. Машину мы уничтожили, да? Теперь начинаем
чувачка с динамитом уничтожать. Ох, ничего себе. Что-то происходит, не могу понять. Что-то как-то все намного... Они стоят здесь и чувствуют себя очень превосходно, я смотрю. Так, так, так. Тигра позовем. Бросим улей. Нам нужен кто? Нам нужен крокодил. Нам нужен с тобой крокодил. Еще бросаем улей. Змею, наверное, можно, в принципе, да, позвать. Ой, Коко, ты че? Взяла, слезла, блин, а? Сейчас бы фейл был бы. Так, крокодил бомбит машину, да, я смотрю. Ну. Листики, по одному листочку. Так, машину срубят сейчас, да? Коко, сматываемся. Да куда ж ты бросил-то? Уль! Как ты меня вот в этом плане раздражаешь, а? Я не понимаю. Так, плюемся ядом, улей. Нет, улей надо прокачивать, ребята. Бедный крокодил, его сзади бомбят и бомбят, бомбят и бомбят. А мы еще тогда с собой нового позовем. И макаку. Вот именно не хватает скорости, ребята. Скорости именно, чтобы еда как можно быстрее копилась. Вот чего не хватает. Так, тигр. Ага, опять мы его, да, уничтожили. Крокодила, очень быстро они его убивают. Прям моментально. И эта машина подъехала. Крокодил, давай медика ихнего вали. Вали, 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 вали этого медика. Там стрелка этого тоже вали. О, давай еще, наверное, одного тигра. Почему-то тигра быстрее бомбят, чем этих макак. Я не понимаю, почему так происходит, ребят. Макаки, наверное, потому что палками своими могут откидывать врагов. Наверное, из-за этого все получается так. У нас прессуют. Эх, сейчас бы мне арбузика, да? Был бы у меня арбузик, было бы шикарно, ребят. Вторая машина уже подъехала. Ты представляешь, вторая машина подъехала. А мы с тобой даже с первой еще не справились, к сожалению. Уходим, Коко, уходим. Улей давай бросим туда им. Ой-ой-ой-ой. Все, очень-очень. О, я это еще... Ты видел? Там появился ниндзя. Твою ж налево, они сейчас рубят и здесь дерево. Листочек забираем. Ну, офигеть. Все, срубили, да? Коко, уходи. Да куда ж ты опять-то этот бросил? Ну, ты посмотри. Еще какие-то ниндзя здесь появились. Это на выживание, на режиме. Это еще будут в будущем такие. Ребят, я всего лишь 10 минут выживаю. Макак разбирает этот ниндзя просто на изи. Так же, как и деревья, да? Уходим.
Уходим, Куко. Что-то у меня здесь вообще никто даже не идет, не бежит. Я не знаю, почему это происходит. Где все мои юниты-то? Вон они. Один из подписчиков написал: Рэй, я до сих пор играю в эту игру, хотя играет он в нее уже давно. И он сказал, что... Ох, вот они что. Их задерживает просто-напросто, ребят. Их задерживают враги. Поэтому у нас так с тобой все и долго. Вот оно, все мое подкрепление бежит. Но, к сожалению, я 20 минут здесь продержаться не смогу. А хотелось бы. Конечно, хотелось бы. Там будет дроп падать намного лучше. Но я так понимаю, и режим сложности там будет тоже намного. Ты посмотри, какая армия идет. Ёлки-то палки. Тут уже все, ребят. Уходим, Куко. Ничего себе тут ресурсов. Правильно, они тут, если возле базы прямо появляются, и вот из-за этого задержки-то и были. Постоянно. Ты посмотри, один за другим летит. Вот из-за этого все и происходит, ребята. 12 минут только лишь выживает. 12 минут, ребят. Конкретный трэш, да? Ну, на то... О, перчик дали. Ну, на то он режим и выживание, ребят. То есть он бесконечный, он только будет все усугубляться, усугубляться, еще раз усугубляться. Хе-хе-хе, радостные сидят. Ну что мы с тобой получили? 3 песочных часиков, 1 перец, 32 листочка и 2 гамбургера. И тут сейчас с тобой что-нибудь вытянем. Да. 17 листочков, получается, и 2 ядовитых гриба. Ну что же, неплохо. Ну что, давай еще, наверное, попробуем с тобой все-таки пройти уровень. Вот этот вот вверх не хочу. Так, много деревьев. Ага. Оставляем все как есть. А здесь, наверное, тоже. Возьмем с тобой вот это вот. А скорость Куко, к сожалению, не имеет, да? Ладно, давай попробуем с тобой пока так сделать и вот так. Правильно, давай его за задницу кусай. Так, еда когда выпадает, это, ребята, хорошо. Ну-ка. Нам нужно с тобой 3 волны здесь, да, отстоять. Будет 3 волны, окей. Так, змею, блин, хотел крокодила вызвать. Ладно, у нас есть 2 ядовитых гриба. Что я сделал? Я, блин, хотел крокодила вызвать, а я взял... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Это со своим динамитом запарит, вот серьезно говорю, запарит. Рубит, да? Там у меня что, только лишь одна змея, получается, да? С ним справляется. Ну да, так и выходит. Так, это все прихапываем. Вызываем крокодила, пускай он их там кусает. За одно место. Так, бежит тигр. Еще все-таки одного крокодила вызову к нам на помощь. Так, бутерброды, гамбургеры, все это хорошо, это все вкусно, сытно, смачно. Но враг-то не сдается. Враг-то не сдается. Он начинает по-прежнему лютовать. Вот они, правильно, палками их бомби. 2 крокодила, они что там бомбят, я не могу понять, что бомбят. Давай 3 позовем с тобой. Давай, желуди, все это нам пригодится.
Эй, Коко, ты куда ты опять-то слезла, я не понимаю. Тигра надо позвать к нам на помощь. Окей. О, как желуди хорошо падают. Не надо подходить близко, ну что же вы делаете, а? Вот плохо, что они не стоят, да? Не ждут, вот они обязательно идут вперед, чтобы дождаться такого момента, чтобы их машина начала давить. Зачем же вы это делаете, а? Специально, чтобы меня понервировать. Змейки, 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 держитесь. Ай. Начинают погибать наши змейки. Давай тигра позовем с тобой. А этот уже начинает лупашить по дереву, ты понимаешь? Тигр, а нет, там обезьянка у меня. Обезьянка довольно неплохо. А, там тигр, по-моему, я думаю, что-то она там одна так быстро справляется с ним. Крокодил. Слушай, да мы с тобой этот уровень пройдем, кстати, довольно неплохо. Но опять же, все за счет бонусов и все-таки маленького-маленького усиления. Да-да-да. Смотри, как классно мы их прессуем. Сзади крокодилы, спереди мои обезьяны с бамбуковыми палочками. Хотя с кокосами тоже было бы неплохо. Они бы могли так издалека бы стрелять. Коко, ты опять спустилась? Да куда ж ты бросаешь постоянно? Ты... Отряд... А, все. Осталось только машину бомбануть. Слушай, ну здесь вот хорошо. Хорошо мы с тобой прошли. Мне даже понравилось. 15 желудей заработали. Давай перец мне. Угу. Два ядовитых гриба. И у нас с тобой ресурсики. Так, 48 желудей. Что я могу на них приобрести себе? Так, угу. Можем еду еще раз ускорить. Можем увеличить здоровье дерева. Я думаю, на еду, да, наверное? Или дерево все-таки? Давай, наверное, так сделаем. И вот так. Прекрасно. Ну что, дорогие друзья, на этом, пожалуй, я закончу на сегодня видосик. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам!